Тоска по отнятому у Рембрандта семейному счастью пробивается сквозь жизнеутверждающие образы, созданные в 1668-1669 годах картины «Семейный портрет» из Брауншвейгского музея герцога Антона Ульриха. По сравнению с «Еврейской невестой», выполненной в это же время, «Семейный портрет» отличается большей повествовательностью, еще более тонкой и богатой нюансировкой колорита и в то же время большей эскизностью, то есть своеобразной незавершенностью рисунка и письма. Ее можно сравнить с бытовым рассказом писателя, лишенным даже элементов романтики, но написанным непревзойденным образным языком о дружной семье, не знающей болезни и горя. Этот рассказ не закончен, но в нем подразумевается счастливый конец. До сих пор неизвестно, кого, собственно, картина изображает. То ли это портрет реальной семьи, позировавшей отверженному и позабытому мастеру, то ли образ семейного счастья, возникший в мечтах старого и больного Рембрандта, когда он вспоминал ушедших из жизни членов своей семьи – Саскию, Генрике, Титуса и своих умерших во младенчестве детей. За изобразительной поверхностью брауншвейгской картины перед нами предстает целая семья, 5 человек, изображенных, как правило, по пояс. Но здесь нет единого события, хотя каждый из персонажей осуществляет какое-либо действие. Справа на самом переднем плане мать с расстегнутой малиновой кофтой и пышной широченной красной юбки, наклонив голову влево, держит на коленях улыбающуюся нам младшую дочурку в розовой одежде лет 2-3. Левой ручонкой та ухватилась за одежду матери у груди, а правая радостно встряхивает погремушкой. В левой половине картины изображены трое. На первом плане стоят две девочки в голубовато-зеленых серебристых одеждах, перемежаемых оливково-желтыми тонами. Веселая 5-летняя девочка, обращенная к нам румяным личиком, перемигивается с 10-летней старшей, изображенной в профиль. Выйдя из-за левого края картины, та подносит матери широкую низкую корзину с цветами. Встав за дочками на втором плане, облаченный в сливающуюся с темным фоном черную одежду, отец смотрит на нас, все понимающим, доброжелательным взглядом. Опустив руку на плечо старшей девочки, он протягивает средний красный цветок. Картина проникнута глубоким внутренним единением, жизнерадостной атмосферой взаимной симпатии и семейного счастья. За исключением смеющейся малышки на коленях у матери, все лица выражают различные оттенки одного и того же настроения, глубокой и внимательной нежности друг к другу. Эта атмосфера духовного единства создана, как и в «Еврейской невесте», прежде всего колоритом и фактурой красочной поверхности. Рембрандт заставляет громко говорить свои краски, нанося очень тонкие слои прозрачных или полупрозрачных красок поверх уже высохшего плотного слоя. Такой метод создания красочной поверхности, как мы знаем, называется лессировкой. В других местах Рембрандт налагает краски густыми массами, придавая им блеск эмали и драгоценных камней, совершенно разлагая локальные краски, то есть цвета, характерные для поверхности и предметов,
при их естественном равномерном освещении. Он смешивает их с массой маленьких, мозаично расположенных пестрых цветных мазков и сочетает их с таким мастерством, что по красоте с ними могут выдержать сравнение только краски великих художников XV века, братьев Губерта и Яна ван Эйк. Одновременно кажется, что в этой удивительной технике уже таится предчувствие так называемого пуантилизма конца XIX века, техники живописи разноцветными точками, которые должны сливаться в определенный чистый тон в глазу зрителя. В семейном портрете видно красные тона в кофте матери, противопоставлены глухому черному тону в костюме отца. Переход между ними строится на розовых тонах в одежде младшего ребенка и зелено-оливковых, отливающих серебром с золотом в одежде средней и старшей девочек, а также на оттенках небольшого продолговатого вытянутого по горизонтали пятна внизу, слева от оси картины. Это цветы в корзине, где в удивительно воздушных сочетаниях перемешиваются красное и голубое, желтое и зеленое. Именно эти переходы и контрасты, а также непередаваемое словами волнение и дыхание фактуры, подобной то раскаленным угольям, то бегающим языком пламени, лишают краски всякой материальности и делают их выразителями духовных ценностей. Вместе с тем в колорите брауншвейгской картины, как и в еврейской невесте, слышатся и трагические грозовые звуки.